С самого утра во дворе у дома на улице Совхозной 9 кипит работа. Бригады строителей и монтажников возводят новую детскую игровую и спортивную площадки. Качели, карусели, песочницы, лавочки, мягкое покрытие, а еще турники и уличные тренажеры. Все для комфортной игры детям и для активного отдыха взрослым. По желанию всех жителей нашего дома, ну и меня как председателя совета дома, возникло желание все-таки произвести какие-то перемены, благоустроить. Обратились напрямую к Волошину Дмитрию Владимировичу, к Айгородову Дмитрию Алексеевичу по поводу того, чтобы нам навести порядок. На мое удивление, да, когда сказали, что завтра в 8 утра придут и начнут работы по благоустройству, 7:38 уже позвонила бригада, что они здесь, и они начали очень активно все ремонтировать. Вот так выглядела прежняя игровая площадка. По словам местных жителей, с желанием преобразить место отдыха прямо у дома, они не один год тщетно обращались в управляющую компанию. После смены обслуживающей организации, жильцы совместно с коммунальщиками активно взялись за преобразование общедомовой территории. С новой обслуживающей компанией у нас очень много изменений. За последний год с небольшим расширили площадку, именно под парковочные места, установили шлагбаумы, сделали входные группы в подъездах, отремонтировали мусоропровод, очистную систему. В общем, мы очень довольны. Нам очень нравится здесь жить, особенно после смены управляющей компании. Мы вошли в ритм жизни, а не издевательства над жильцами. Посмотрите, какие площадки, какие стоянки нам сделали. Вы знаете, мы просто радуемся жизни. Правда, любимая? Да. Так что хочу вам сказать, что для детей здесь просто рай земной. Ну и для нас тоже. Детская площадка, наконец, то, что, конечно, при предыдущей управляющей компании нам даже и не снилось. Вот, поэтому, конечно, мы очень рады. И спасибо огромное нашему новой управляющей компании и Совету дома, которые заботятся о всех жильцах. Вот, ну, что только радость и восторг. На протяжении 5 лет ежегодно в городском округе появляются более полусотни новых игровых зон благодаря губернаторской программе «Комплексное благоустройство». В этом году в связи с коронавирусной инфекцией и запоздалым открытием строительного сезона будет обустроено всего 30 дворов. Возведение еще 24 детских игровых площадок перенесли на будущий год.